Всем здорова, с вами Рекон, привет. Короче, как установить Pokemon Go на свой Android или iPhone? Так как вы знаете, его еще нету ни в украинском App Store, конечно же, и в русском App Store нету. Короче, заходите в настройки iPhone или там Google Play, я хоть знаю, что там делать. Настройки iPhone, настройки, потом опускаетесь ниже, и там iCloud, а ниже iTunes и App Store написано. Нажимаете нахуй на эту кнопочку, ебать. Потом смотрите, ебать. Там написано «Посмотреть профиль Apple ID». Нажимаете на свой там iCloud, нажимаете «Посмотреть профиль ID», Apple ID, и там показывает «Сменить страну и регион». Нажимаете нахуй на эту кнопочку. Там выбивает, ебать, всякие языки. Выбираете США или Австралию, или Германию, кстати, еще можно. Или Новую Зеландию. Но это хуйня, я вообще не знаю, что за страна такая, блядь, Новая Зеландия. Похуй, мы сейчас не про это, мы про покемонов, ебать. Заходим, меняем страну на США. Там United States написано, типа, Соединенные Штаты, вот это я умный, ебать. Короче, или Австралия, или Германия, я уже говорил, ебать. Или Новая Зеландия, но это нахуй надо. Заходите, поменяли страну, и там, там далее нажимаете, а там нужно оплатить. Типа, привязать карточку, нахуй это нужно, там нет карточки. И все нахуй, далее, заходите в App Store, находите Pokemon Go, скачиваете и ебашьте. Нормальное лето у вас будет, заебись, будете ходить, а не сидеть дома в четырех стенах. Подписка, лайк. Все, давайте, пока.